В Славянском районе продолжается строительство нового детского сада на 320 мест. Его открытие позволит полностью закрыть вопрос с обеспечением местами в дошкольные учреждения на территории Славянского городского поселения. Один из важных социальных объектов, который строится в нашем районе, это новый детский сад на 320 мест. Из краевого бюджета на объект выделено порядка 400 миллионов рублей в рамках государственной программы Краснодарского края развития общественной инфраструктуры. После завершения строительства здесь планируется открытие 16 групп по 20 мест, в том числе несколько групп раннего возраста. О том, каким будет новый садик и когда планируется его открытие, нам рассказала начальник управления образования Елена Щурова. Отрасли образования на территории Славянского района отводится особое значение, и вопросы реализации государственных программ стоят лично на контроле у главы района Романа Ивановича Синяговского. При его поддержке, в частности, на территории района строится новый детский сад на 320 мест. Основной упор будет делан в детском саду на возможность принимать детей раннего возраста. Есть родители, которые хотят зачислять детей в возрасте до года, есть родители, которые уже в год и 10 привозят нам своих деток. Ясельная группа открыта на территории других детских садов, но в новом детском саду будет 4 ясельные группы, в которых будут созданы комфортные условия для пребывания самых маленьких детишек. В частности, помимо этого, в новом детском саду планируется создать группы компенсирующей направленности. На сегодняшний день работа логопеда и дефектолога является основополагающей. И в подготовительных группах мы планируем создать как раз логопедические группы и полностью укомплектовать штат логопедами, дефектологами, социальными педагогами и психологами, для того, чтобы дети готовились к школе и уже шли в школу подготовленными с правильно поставленной речью. А в 2022 году в рамках реализации государственной программы развития образования за счет средств краевого и местного бюджета мы оснащаем новый детский сад новым современным оборудованием. Порядка 76 миллионов выделено для этих средств из краевого и местного бюджета. Оборудование мы закупаем уже сейчас, начиная от блюдец и заканчивая большими интерактивными формами взаимодействия. Интерактивные доски, интерактивные полы, скалодромы. Полностью у нас комплектуется физкультурный зал и музыкальный зал, музыкальное оборудование, игровое оборудование. 16 теневых навесов, которые будут построены на территории детского сада, также оснащаются сейчас малыми архитектурными формами. Оборудование будет храниться до открытия детского сада в складских помещениях, его сохранность гарантирована. Детский сад мы планируем принимать к лету 2023 года и уже надеемся, что к осени 2023 года пройдет полностью комплектование этого детского сада и он сможет принять своих новых посетителей.